Отвлечемся от серьезных схем и немного развлечемся. Сегодня мы рассмотрим полиграф или детектор лжи. Схема детектора лжи. Очень простая схема детектора лжи на основе двух транзисторов. Это просто забавная электронная схема. Иногда она работает эффективно и находит лжеца среди ваших друзей. Просто попробуйте ее в качестве забавного хобби-проекта. Эта схема детектора лжи работает на основе изменений сопротивления кожи. Представьте себе человека, который лжет во время разговора. Уровень его беспокойства повышается, и он начинает потеть, в результате чего его руки и пальцы становятся влажными. Используя эту схему детектора лжи, мы можем обнаружить эти моменты по изменению проводимости и сопротивления, а свечение светодиода зависит от влажности и проводимости кожи. Итак, рассмотрим, как эта схема работает. Базовый вывод транзистора Q1 принимает входной сигнал от пальца. Он отвечает за обнаружение изменений сопротивления пальца. Красный светодиод подключен к коллекторному выводу транзистора Q2. Этот светодиод отображает обнаружение лжи. Зеленый светодиод подключен к транзистору Q3. Этот светодиод отображает обнаружение правды. Переменный резистор R1 определяет уровень чувствительности схемы. Когда сопротивление кожи пальца высокое, транзистор Q1 не получает никакого смещения и закрывается. Затем транзистор Q2 также не получает смещения, а транзистор Q3 получает смещение через коллектор транзистора Q2, и зеленый светодиод светится, показывая истину, то есть правду. Если кожа пальца влажная, то сопротивление кожи становится очень низким, поэтому транзистор Q1 получает смещение, и он включается. Поскольку транзистор Q2 также включается, его базовый вывод соединен с эмиттером транзистора Q1, тогда красный светодиод начинает светиться и указывает на ложь. Стоит заметить, что это просто любительская электронная схема, и она не рекомендуется для профессионального использования. Мы сегодня рассмотрели схему детектора лжи или полиграфа. Напомню, что это всего лишь забавная электронная игрушка. И она работает эффективно и находит лжеца среди ваших друзей. Попробуйте собрать эту схему, и вы на самом деле повеселитесь. Эта схема питается от напряжения 9 вольт. Можно использовать блок питания на 9 вольт или батарею крона. Все три транзистора типа BC548. Мы даем распиновку, и она на вашем экране. Ссылку на принципиальную схему этого детектора лжи вы сможете найти в описании под видеороликом. Напишите в комментариях, собрали ли вы эту схему и как она работает. Поставьте, пожалуйста, лайк после просмотра. Если вы впервые на нашем канале, также поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы знакомимся с интересными, полезными и несложными электронными схемами.